Литературное объединение имени Филиппа Шкулева, возникшее в 1955 году, одно из самых старейших в Московской области. Поэты и прозаики из года в год встречаются на традиционном заседании, на котором они делятся своими успехами и достижениями, узнают друг о друга что-то новое. Это люди не очень подготовленные вот в плане филологическом, да, литературном, что такое ямбы, что такое хореи, что такое жанр, что такое сюжет и так далее, и так далее. Это люди, которые начали писать стихи или прозу, потому что потребовала их душа. И вот помочь им овладеть профессиональным мастерством прозаика или поэта, это тоже входит в задачи наших заседаний. В этот раз литераторы презентовали 23-й выпуск «Альманаха. Золотое перо Московии». Каждый прочитал свое опубликованное стихотворение. Млели розы в хрустале, свет под тихий звон струился. Вечер был или приснился? Два бокала на столе. Наталья Власова 15 лет назад стала членом литературного объединения «Шкулева». На протяжении многих лет она, врач по образованию, совершенствовала свой поэтический талант. В итоге не раз побеждала в многочисленных поэтических конкурсах. Прежде всего, это высокие требования к самой себе. Нужно понимать, что ты несовершенен, и стремиться шлифовать свое слово, свои образы. Безусловно, это не обходится без определенных умственных усилий. Но основа, на которой у меня лично возникают стихи, это, конечно, мои эмоции, мои переживания. Хорошие или наоборот, тяжелые. Заседание получилось очень душевным. Было прочитано и прослушано много красивых стихотворений. А также члены литературного объединения имени Шкулева познакомились с развилковским отделением своей организации «Рифма плюс», которая образовалась совсем недавно. Общий язык они нашли очень просто. Ведь все, независимо от их профессии и образа жизни, любят поэзию. Мы спокойно улыбнемся страхом. Может, сотням, да, или более того. Мы мудры, и нам ли охать-ахать, ведь живем, чтобы побеждать. А по окончанию заседания шкулевцам вручили почетные грамоты за внесение большого вклада в организацию литературной жизни Ленинского района. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».